Ребят, всем привет! Очередной раз приехал на Зорино. Вчера здесь был, поймал 8 карасиков, щучку, ничего не снимал. Потому что был один и было неудобно. Сегодня я со Снежанкой, вон Добромир, они уже чаяняют. Было пару поклевок, уже сошло за 15 минут. Ждем вечерний клев. Ребят, начался сезон клещей и комаров. Вот рифтомид, пользуюсь уже второй сезон им. Очень классная тема, всем советую. Недорого и круто. Вот он и карасик. Дай-ка я его сниму. Тихо, 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 только не воду опять. Первый карась. Игра понеслась. Вот такой карасик. И дед взял следом, а дед прям хорошего. Со стороны тоже хороший. Круто, папа. Давай, моя рыбочка, давай, 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 давай. Забирай его, ради бога. Хороший карась. Зай, дай мама снимет его поближе. Я же снимаю, по-моему, да? Вот ты карась. Это хорошенький. Красота. Не надо, Зайенька, давай дома ты будешь их гладить. Здорово поймали. Вот так вот. Потихонечку клёв к вечеру начинается. Это хорошо. Я надеюсь, я сегодня не буду в воду ходить. Сейчас ветер. Тихо. Тихо, 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 тихо. Маленький. Маленький такой, пузатенький. Нет, второй пришел хороший. Все равно хорошенький. Ну, факт в том, что вот видишь, этот водоем пересохнет. Хороший такой. За рыбу погиб. Давай, 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 на берег его скорее. Ура! Красавчик. Красавчик. Какой сильный. Конечно. Плесканулся. Еще на меня. Нападать есть нас хочет. Хороший. Пап, дай подержать. Не надо. Дома. Дома подержишь. Пятый. Вот такой вот карась. Фу! Это было опасно. А, ну он сорвался, гад. Прям было видно, как он сорвался. Блин, главное, чтобы не на меня. Рано потек. Да, чуть-чуть попозже бы. Ко мне пошел, сейчас я поймаю его. Мне кажется, это просто по волнам, нет? Сошла, да? Ёпарасы ты. Обидно. Идет. Да.
если уйдет. Все, пятый карасик пришел, да, мам? Давай, раз. Давай, еще раз. И раз. Еще раз. И раз. Большая-большая, прибольшая, ловись, рыбка. Тихо, не кричи, не кричи, не кричи. Красавчик. Седьмой подошел. Сколько говорить? Классный день. Вот я слазил, намутил воду. А ты не снимала, да? Снимала. Когда я лазил. Папа? Лазил, сейчас закрою за цепь. Не, а не снимал. Намутил варенечку и сразу клюв начался. Так что, не бойтесь пугать карася. Попугайка. И очень любопытный наркоман. Давай, полезу на карася пугать. Помимо вкусов странных, он еще любит мусор. Где это, блядь? Такие вот дела. Мы продолжаем. Солнышко еще не село. Будем ловить, пока не сядет солнышко. Тихо, папа, тихо. Ну, карандаш был, блядь. Ну, на червя брал, на смело, блядь. Вот собака. Опять надо лезть тебе. Да хрен знает куда в этот раз. Вот гад. Опять лезть надо. Опять лезть. Раздевайся и пошел. На, держи. Давай. Ну, рыбы там уже нету, соответственно. Ну, фиг его знает. Да есть. Ну, нет, не бьет. Сейчас нас вернет и рыб. Пипец, блин, холодно же. Да не холодно, господи, где холодно? А я ж тебе говорил, не раздевайся. Да комары жрут. Когда поход номер два. Полезу с папой. Жесть. Когда я полезу с папой? Нет, ты с папой не полез, сильнее задирай. Ой, зай, я прям вижу твои мурахи. Сейчас опять намучу. Леску возьми, по леску иди. Опять сейчас намучу, и у меня опять будет клев. И опять будет клевать, 100%. Клевать опять. Не кричи, Добруша. Сейчас поклюнет. Да? Клюнет, серьезно. Да не кричи. Мама же снимает, зай. Пап, задирай посильнее. Сидит, нет. Не-а. Отвязался, да? Я комара убью. Зараза-то. А, да ты чё? Ну ты сразу выдергивай эту хуйню. Сейчас. Ну что, ребята, закончилась наша сегодняшняя рыбалка с семьей. Было прикольно. Я два раза ходил в воду. Так, ребята, продолжаем. Мы, короче, провалились здесь, я не стал снимать, народ помогал выталкивать. Я просто еду сейчас по дну озера, вот здесь раньше все залито было. И здесь дороги лучше не сворачивать, потому что в глей проваливаешься. Я стоял на месте, чуть вперед проехал, у меня жопа рухнула в глей. Вытолкали, все. Хорошо закончилось, прошла, точнее, у нас сегодняшняя рыбалочка. Поймали с десяток хороших карасиков. Снежанка помогла снять всякие разные поклевочки, поэтому, я думаю, вам понравилось.
пишем комментарии, ставим лайки. Ребята, кто смотрит на других ресурсах мои видео, это я на Drive 2 там скидываю, в группы скидываю. Большая к вам просьба, переходите на YouTube, хотя бы оставляйте какой-нибудь комментарий, потому что YouTube списывает просмотры, это не очень хорошо. Все, с вами был я, Димон, Снежанка, Добруха, канал Men's Channels, всем пока.